Для жителей отдаленных микрорайонов города открытие современных и удобных супермаркетов стало настоящим праздником. Ведь до этого времени таких универсальных магазинов здесь не было. Первые покупатели уже оценили новые торговые точки. Очень удобно. Большой, хороший магазин, да? Часть же людей до туда не доходит, потому что им далеко туда идти, а тут-то им рядышком. В новом магазине представлен богатейший выбор продукции, в том числе собственного производства и изделия фабрики «Селенга» и рыбзавода «Байкал». Кроме того, работает мини-пекарня, а это значит, что покупателей всегда ждет свежая вкусная выпечка. Сейчас самый, как говорится, канун Нового года, и у нас уже стала добрая традиция в Титане именно перед Новым годом открывать, доводить до открытие магазины. Этот магазин долго ждали, много к нам обращались. Мы даже уже название ему такое придумали, народное, «Титан-авиатор». Потому что авиатор подходит как нельзя именно к этому поселку. Ассортимент достаточно широкий, достаточно большой. Судя по тем ценам, которые сейчас установлены на ценниках, я могу с уверенностью сказать, что эти цены ниже средних по республике Бурятия. Потому что наше министерство ведет мониторинг, ежедневный мониторинг цен. Продовольственная компания «Титан» не намерена останавливаться на достигнутом. Впереди у нее открытие новых торговых точек в других отдаленных микрорайонах Улан-Удэ. Елена Власова, Виктор Еланцев. Новости дня.